27 березня криворіжці зроблять свій вибір, віддавши голос на позачергових виборах міського голови. На роздуми у виборців ще два дні. Та більшість респондентів стверджують, до виконання свого громадянського обов'язку поставляться свідомо. Ми йдемо обов'язково, тому що ми сознательні люди. Да, йду. Чому? Ну, тому що хочу вже вибрати мера. Да, йду на вибори. Чому? Тому що я маю право голосу, хочу сказати, що я думаю. Йду. Потому что у меня есть гражданская ответственность. Идем обязательно, мы всегда ходим. Не иду на выборы, потому что не считаю нужным для себя. Скорее всего, идем. Идем, да. Почему? Потому что я считаю, что нужно ходить на выборы и выбирать действительно достойного человека. Если честно, я на прошлые выборы не ходил, а на эти пойду принципиально. Идем, конечно, потому что судьба города нам не безразлична. Иду на выборы, потому что надоело. Если победят не те, кому хочется, опять будут перевыборы. И сколько можно это продолжаться? Поэтому этот надо вопрос решить раз и навсегда. Думки криворіжців з приводу ситуації довкола місцевих виборів різняться. Говорять, найскладніше у передвиборчій гонці визначитись, наскільки об'єктивна інформація про кандидатів на пост очільника міста. Я оцінювала по ділам, які зроблені в місті. Все. Роздають вот эти рекламки, это читаем. Я информацию черпаю из разных источников. Получается, это интернет, и газеты, и домашнее радио, какое только есть. Средства массовой информации повлияли на мой выбор. Интернет-издание и телевидение. И телевизоры, и газеты. Читаем, смотрим, выбираем. Своя мысль, скажем так, в первую очередь. Но нет, какие-то там, да, СМИ, скажем так, не влияют. Интернет-изданиям доверяем. Доверяем своему сознанию, потому что видим, что происходит вокруг. В принципе, это формирует мнение по поводу кандидата. Никому не доверяют, только основываясь на собственных, скажем так, мыслях каких-то, на собственном мировоззрении. Я вижу и без средств массовой информации, что происходит. Да просто уже этот беспредел надоел. Опитувані зізнаються, принаймні намагаються розважливо аналізувати події, що відбуваються у місті. Скептично налаштовані до більшості кандидатських обіцянок, люди у дивовижні після виборчі перетворення не вірять. А на питання, яких змін очікують, відповідають. Чесно? Ніяких. Больших змінень я не чекаю поки. Головне, щоб хуже не було. Все зависит от того, кто будет мэром. Хочется уже стабильности, хочется работать, чтобы тебе никто не доставал, чтобы, ну, зарабатывать, чтобы все нормально жили. Спекуляции, чтобы прекратились вокруг вот именно конкретно нашего города, потому что город классный, город доходный, и не хочется, чтобы его растянули. Надеемся, что все стабилизируется, что будет наконец-то порядок как в стране, так и у нас в городе.